Эффекты башни автобусы. На самом деле это одна из самых больших передвижных телевизионных станций в мире. Здесь находится генеральный штаб трансляционной команды Первого канала. Идем в гости. Внутри 6 отсеков. Все видео попадает сюда. Именно здесь главный режиссер управляет трансляцией. Чтобы он мог показать каждую деталь Парада Победы, инженеры и операторы работали неделю. Размотали десятки километров кабеля. Расставили 67 камер. Установили 40 микрофонов на Красной площади и далеко за ее пределами. Наша основная задача – показать, чтобы человек в любом конце земли, который не попал сюда, ощутил присутствие или хотя бы понял, что происходит. Начинаем открывать секреты. Вот машина, больше похожая на строительный кран. Камера на самом конце. Конструкция называется «Скайлифт». Поднимается на высоту 60 метров. Но для одной камеры мы решили соорудить целую канатную дорогу. Два 100-тонных крана, один из которых установили внутри Кремля. Между ними трос. Камера как паук будет ездить по нему. Эффект вау гарантируем. А эта камера вмонтирована прямо в брусчатку Красной площади. Ее сверху защищает трехслойное бронированное стекло, чтобы по нему могли пройти тысячи военнослужащих. Камера и операторы на параде должны быть незаметны. Этот мини-авторобот нам поможет. Он разгоняется до 90 км в час. Им управляют два человека дистанционно. Несмотря на неровную брусчатку Красной площади, камера эта не трясется, двигается плавно благодаря двум механическим и электронным стабилизаторам. Она буквально может выныривать из-под танков, а еще у этого робота ответственная миссия. Именно она встречает машины министра обороны. Расчетах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 45 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в Параде Победы. Возглавляет парадный расчет.
Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум!